Для людей после 45 лет важно в какой-то момент уйти от социальной гонки. То есть если 25-45 – это социальная гонка. Догнать и перегнать, реализовать что-то, сделать что-то для общества. И самое важное слово, которое у них есть, это «должен». Ты должен стать первым, ты должен реализоваться, ты должен получить то-то, то-то, то-то. Ты должен иметь набор игрушек. Почему? Потому что ты в обществе, тут все такое имеют. А твои игрушки должны быть лучше, круче. Вот, то после 45 очень важно в какой-то момент понимать, что жизнь должна измениться. Это не то, где ты должен играть на выигрыш. Почему? Ну, считается, что ты до этого времени уже доиграл. И теперь твое слово, самое главное, будет уже не должен, а хочу. Как ты можешь давать то, что накоплено? Как ты можешь перестать думать о том, что догнать и перегнать, а как думать о том, как обобщить, как синтезировать то, что ты знаешь, и дать это другим? Можно быть хорошим руководителем, можно быть, наверное, хорошим политиком, можно быть человеком, который создает что-то значительное. Понятно, что можно и раньше что-то создавать. Да, но вот особенно в этом возрасте, да, уже можно думать о чем-то большем, например, о наследии. Что мы делаем не только, даем не только нашим детям, что мы даем нашему городу, что мы даем нашей стране. То есть мыслить более, гораздо более такими, ну, как бы большими категориями. Вот. Это та реальность, к которой нужно привыкнуть, и та реальность, в которую нужно войти. Это то время, когда лишний миллион уже, ну, не считается тем миллионом. Он уже не дает той радости, которую как бы дают в других позициях, если человек научился их зарабатывать. Вот. Но теперь очень важно просто понять другое, что ты не в гонке. Ты можешь позволить себе жить той жизнью, которую ты хочешь, давая людям то, что ты считаешь важным. Если ты можешь перейти на этот уровень мудрости, тогда ты востребован, тогда все двигается хорошо. Если ты пытаешься в гонке, тебя обгоняют. Твое время ушло. Вот. Если человек пытается обгонять, ну, часто это бывает не нужно. Знаете, когда-то я читал «Экклезиаста» в юности. И вот там было написано у него: «Веселись, юноша, в юности своей». А я в то время очень активно занялся христианством. Очень активно занялся поисками Бога. Вот. И слова «Экклезиаста» я очень долго считал юмором, таким черным юмором. Что он говорит: веселись, веселись, ну так, издевкой такой. Вот. И только когда уже стал взрослее, вот, я понял, что он просто говорил, что вот, веселись, юноша, в юности своей. То есть он не издевался, он говорил правду. Вот. Я к чему говорю? О том, что да, можно делать многие вещи раньше, да, но если ты позволяешь себе реализовываться до этого возраста, ты можешь гораздо больше всего сделать. Гораздо более системно подойти к каким-то вопросам. Да? То есть возраст есть возраст, очень важно реализовывать его. Если мы что-то заместили чем-то другим, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не очень комфортно. У детей забрали дружбу, да, и поэтому что получилось? Когда они пришли на работу, они не умеют работать командой. Понимаете, та дружба, которая была бы, если бы они общались бы коллективом, она показала то, что команда атрофировалась, команды нет. Люди пытаются быть одиночками. Так и здесь. Да, это очень важные вещи. И вместе с тем, что я могу сделать лучше всех, что я могу сделать круче всех. Да? Это те вещи, которые должны все равно стоять здесь. Я считаю, что у такого человека еще есть порядка 35 лет, еще порядка 10 лет, чтобы просто взять и поиграть в эти в социальные гонки. Дауншифтинг – хорошая вещь, но я думаю, что здесь чуть-чуть можно сделать больше. Ну, особенно глядя на, например, Ричарда Брэнсона. Сколько ему лет, он любит, играет, да, и заводит новые игры.